Привет! В этом видео я хочу показать, как включить секунды в часах Windows, чтобы здесь в панели задач у нас помимо часов минут показывались еще и секунды. Итак, приступим. Для этого нам нужно зайти в редактор реестра. А для этого нажимаем кнопку Windows плюс R и вводим команду regedit. Regedit. Ввели команду и нажимаем Enter, чтобы зайти в редактор реестра. Перед тем, как вносить какие-нибудь изменения в редактор реестра, нужно сделать резервную копию реестра. Для этого мы нажимаем файл, выбираем экспорт и здесь вводим дату. Например, вводим имя, например, текущую дату 13.06.2020 и какие-нибудь произвольные символы. Можно ввести любое другое имя. Сохраняем настройки. Пожалуй, я сохраню себе тоже их. Сохранить. Выбираем папку, куда сохранить. Лучше, конечно, сохранять на какой-нибудь внешний диск, флешку. Флешку, либо облачное хранилище. Все. Так, далее. После того, как сделали резервную копию, заходим в AK Users. Так, заходим в HK Current User, в эту папку. Не в эту, а именно в эту. Заходим. Далее, Software. Нажимаем на треугольник, чтобы раскрыть подпапку. Software, потом Microsoft. Microsoft. Далее, подпапку Windows раскрываем. Потом Current Version раскрываем. Далее ищем Explorer. Explorer нашли, раскрыли. Advanced. Advanced, выбрали Advanced. И выбрали Advanced. Перемещаемся вправо. И здесь в свободной области нажимаем правой кнопкой мыши «Создать». Параметр DWAR 32 бита. Это нам нужно. Левая кнопка мыши. Создали. Далее сюда нужно ввести на имя файла в точности, как сейчас введу я. Show seconds in system. Обратите внимание, что первая буква каждого слова с большой буквы. Show, первая буква с большой буквы. Seconds, первая буква с большой буквы. In, первая I с большой буквы. System, S большой буквы. Clock с большой буквы. Ни пробелов, ничего больше другого нет. Все, создали файл, далее два раза кликаем по нему и устанавливаем значение в единицу. В единицу это значит показать секунды, 0 значит не показывать секунды. После этого выходим из реестра, перезагружаем компьютер и секунды у нас появятся. Если мы захотим все вернуть в обратное, то либо устанавливаем значение в 0, либо удаляем этот файл. Все, выходим, перезагружаем.